Всем привет, друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики. С вами, как обычно, канал Питбуль и Блэк Мамба. Ну что ж, друзья, мы уже устали, у нас уже вот это вот, вы слышите, вот это вот. Покажи вот это вот. А? И это наша любимица, ребят. Такое выстраивает. Ну что можно сказать, ребят, вы сами слышите, мы от этого устали. Пора отправлять детишек в освояси. В другую комнату, пусть хоть запищатся. Главное, мы наконец-таки будем спокойно спать. Ну что тут еще можно сказать, ребят? Я думаю, тут и так все понятно. Теперь что, почему и как. Ну а мы погнали, короче, переносить щенков уже, все. Ну что, друзья, погнали снимать, а не так. Давай быстрее, первой партии. Ну хотя бы сколько-то забирай. Ты осилишь это поднять все? Давай быстрее, беги. Беги. Давай. Ну что ж, ребят, все вот подготовлено, все для этих гавриков, все, пусть тусят здесь, все, хватит, надоели они нам. Ну вы сами все слышали, пойдемте. Так, пока Ира тут, о, кто это там стоит? Стоять, бояться, деньги не прятать. Кто ты такой? А, понятно, иди вон туда, вот сюда, все, беги в свой новый домик. Ну что ж, давай кормить этих малышат. Дети. Они уже все наготове, давай. Дети. Кушай, аккуратно. Маленькая банда, которая кушает. Давайте, прорываемся все. Да там всем вот хватит. Вот так, вот сюда. Хвосты им поставь, кого не стоят. Оп. Стоит. Оп. Ты не забыл поднять. Вот. Хвостики поднимаем. Вот. Антенны. Еще какие антенны? Крошки и ножки. Ой, господи, да не надо туда с лапы. Убери, смотри, что делает. Блин, вот это я больше всего не люблю. Посмотри, ты посмотри на их головы. Они угадились до такого состояния, а? Теки, надо все вылизывать. Теки, занимайся. Детьми. Давай, занимайся. Занимайся своими обязанностями. Опять полезли? Может, их надо было поочередно как-то? Да надо было уже, но теперь уже что поделать? Я обычно вообще так... Вообще, надо две миски уже ставить. Ну да. Ну там же вон она, большая миска стоит, подожди. Не, небольшую, вот такие, надо только две. Ну, найти бы, да. Потом это уже, когда они подрастут, для них будет самое то, что надо, эта мисочка. Давай. На пузаме. Смотри на Барби. Барби! Смотри, она ссать пошла туда, что ли? Барбуша. Хотя пусть это ее место. Обоссать на мокром будет спать. Барбуша. Сейчас злиться будет. Оп. Я надеюсь, это было слышно. Это слышно было. Писает или как-то писает. Хакать хотел. Писает он. Да, я еще не вижу, что ли. Да вот сикает. Он нассал. Вижу. Блин.
коды. Слушай, это Барби, блин, понтореска, а? Куда это моя, блин, тряпка? Другую, да, я слушаю. Давай я тебе брошу. Блин, они же все обошли. Может, они будут в один угол ходить, а? Вдруг? Да, у меня по этому поводу большие сомнения. Такую толпу не заставишь в один угол ходить, но это 100%. А, не, вон они, здесь, блин. Ну, ё-моё, блин! Зачем вам, спрашивается, я стелил этот, блядь, чтобы вы его обоссали там спать? Ну вот и будете так спать. Да? Малышня. Грязный. Текила... А, ну все, вот. Это текила сейчас скушала? Я что-то не могу понять. Нет, глядеть. Малышня. Ну, ну все. Занимайтесь здесь своими делами теперь. Да, конечно. Так я тебе и говорю, я почему и постелил это. Ну хватит дня на три, видишь, пока есть еще, потом еще принесу. Куда? Куда лапами? Барби! Господи! Капец, он еще и не впитывает этот плед, представляешь? Слушай, надо что-то постелить, чтобы впитывало. Сюда какую-нибудь эту. Их берем куда пойти. Ну вот, дай! Да ты, господи, кобель тупорылый маленький! Нет бы, блин, чтобы... Зачем вот тут писать? Вот зачем там писать, малышня, а? Малышня, давайте, уходите. Вы что? Барби, вставай. Это Барби? Да. Барбуша, давай. Что, неудобно? Ой, мой барбушечко. Что? Ой, господи, какой ты грязный, толстый ребенок. Конечно, мамка уже намыла тебя, да? Мамка заедает. Мамка пытается дохавать. Слушай, ну надо сейчас будет протереть, потому что это никуда не годится. Не вздумайте ссать и срать! Так они тебя послушали. Сейчас я приходу, идут только. Кто-то уже там дерется, рычит. А что вы нализываете? Что нализываете? В мамашу свою пошли. Боша, запихни к ним. О, Бошка, готовься. Готовься, Боша. Ну-ка. Боже, скажи, ё-моё, я на такое не подпис. Смотри, 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 что делает. Дербанит. Вон. Да, вон. Ага. А тапочки мои как? Вот, смотри, смотри, дербанит, а? Бош, ты что за папа спрятался? Боша, потому что в шоке, скажи, я на такое не... Вон, дерутся, вон, видишь? Это Барби, Барби, рычит. Так она стерва. Понимаешь, самая настоящая стерва. Вот и все это Барби. Бошка, как тебе здесь, братишка? Че, малыш, куда собрался? Не, ну все, им действительно надо было уже... Смотри. Я вижу, вижу. Так этот шоколадный кобель повадился вот этого, я же тебе говорю, вот эту желтую штуку берет и таскает. Ну, не все, ну. 2 минуты, все, обоссали. Ну так 11 рыб, представляешь? А, че, никак, да? Боша, привет, что делаешь? Как тебе? Рассказывай твои ощущения. Мне кажется, Барби понравился хвостик. Я вижу, вижу, они что-то за хвост. Смотри, Барби прессует. Барбуша. Боша, ай-яй-яй. Это, смотри, хвост трубой. Хоть бы испугалась, даже не испугалась. Боша, нет. Что не делать, да? Слушай, блин, надо бы какую губочку, что ли, принести, вытереть им мордочки. Потому что это никуда не перелезай через этот. Да, это текила, ты посмотри, что они устроили. Давай. Давай, перелезай, оп. Боша. Вот, опять кобель начинает таскать эту штуку. Так я тебе говорю. Офигеть. Вот он любит таскать эту тряпку и ничего не поделать. Жопу. Я не знаю, что у него за дурацкая манера таскать эти тряпки. Ой, господи, вот такой вот, ребят, дурдом у нас сейчас происходит. Они выросли, все. Ну, действительно, ребят спать не дают. Невыносимо просто. Вы даже себе представить это не можете, как это. Каково это? Ну, это ужас просто, ребят. Просто ужас. О. Слава богу, текилка хоть как-то за ними пока следит, убирает.
покушали, и надо сделать большие дела, да? Текила, следи за своими парнями и девочками. Слушай, ну здесь им хорошо. Здесь им хорошо. Давай, залезай. Да, без разницы, лови любого. Да я мочу не хочу. Ну, а это уже как тебе подфартит? Да. Рычит, что ли? Ага. Недовольный. Следующий. Смотри, хвост-то трубой, а. Ну вот же все морды чистые. Да. Что я пришла к вам? Вы уже все намыты. Да как сказать намыть? Ну протирать надо, слушай. В любом случае. Ну, да. Да, да, ушко, смотри, какое грязное. Господи. Где мы? Наелись, что ли, а? Барбуш, покажись. Покажись. Морду дай. Господи. Что вы чистые? Хвост, смотри, что делает с хвостом. А этот рычит, слышишь? Ты не слышишь? Это кто? Это кобель, да? Возьми его, попробуй. Да. Че ты? Чего ты такой дерзкий? Кусается, что ли? Да! Ты чего? Что такое? Что такое? Что? Что? Это Барби он, да? Да, здоровая дура, видно, бля. Две сестры. Смотри, свой кобель пытается. Вчера вот это вот что сделала? Схватила, короче, кобеля и мотанула башкой. Вот это был вчера, конечно. Нонсенс просто. Барбуша. Кто-то подзамерз, он сидит, у кого-то настроение. Барбуша, Барби. Ты че такая дерзкая? Че колдыкнутая просто. Ай, не могу. Ну так это просто трындец какой-то, а? Так, следующий кто? Так это... Не, черный, слушай, спокойный. Вот, шоколад. Вот, смотри, смотри, там это... Барби, что ли, атакует? Нет, или... Ну, там хвосты, уши идут в дело, да? Это Барби, блин. Это не Барби. А, это кобель. Че? А ты че? Че? Шоколады какие-то просто шизанутые на всю голову. О, Барби, смотри. Ты что, дикая? Знаешь, чтобы он тебя не схватило. Ты дикая? Вон, попробуй эту подраконить. Тоже будет шоколадка? Вот, прям перед тобой. Нет? Она в настроении, да? О! Да, ага. Кто меня там кусает? А, не все. Здравствуйте, я тетя Шиза, да? Дюба. А, он хорошенький. Это кто, девочка, да? Да. А, это нас снова Уренгоя уже девочка. Она вообще отличная, хорошая девчонка. Боже, как ты можешь. Ты покажи ее сюда, поднеси ее ближе, покажи ее морщину. Она такая морщинистая, ребята. Вы посмотрите, нет, ниже. Вот, смотрите, сплошная тетя морщинка. Вот. Вообще она крутая. А ты одной рукой покажи морщины, потяни кожу. Да вон, на голове, ты посмотри на голове, тут просто она мокренькая сейчас. Вон, вся голова вон в морщинах, ты же не видишь, что ли? Маманя, нет. Вон, да. Вся голова в морщинах просто. Морщинистая вся, хорошая девчонка. Как вы пахнете. Эй, ты что хочешь? Смотри. Что? Это кто? Кобелина, бля. Смотри, что надо тебе, кобель? Э? Я тебе... Блин, это шоколад, я не знаю, они отморозки, мне кажется, какие-то. Ну-ка. А он и следующий погнал. Да они все придурочные, слушай. Вот кого не схватишь, начинают орать. Ты вылезай, если хочешь. Ох ты! Да она только что говно лизала, зай. Когда? Только что.
Съела говно, я тебя поздравляю. Ну и ладно, мой ребенок. Ну уже поздняк, вылезай. А это кто? Ни хрена себе, это кто? Это Мерседес, это этот, Блэкки, блин. Ты видела? Ты видела, что сделал Блэкки? Нет. Смотри. Смотри, он меня чуть не схватил, смотри. Ничего себе. Самый спокойный парень. Отморозки, все отморозки. Я говорю, кого не схвати, все бросаются. Все не дают. Просто бешеные. За хвост опять пытается. Хоть одни. Нет, здесь есть некоторые адекватные. Им здесь очень классно. Конечно, классно. Подожди-ка, вот эти, по-моему, адекваты, да? Жизнь. Или нет? Ну-ка. Ос. Давай, выползай. Ну-ка. А нет, все, раздраконил. Я думал, что она не будет, а будет уже рычать начала. Ну-ка, а ты? Короче, без... Ну, Барби! Фигня полная. Барби, ты нормально себя чувствуешь? Ты что залезла? А ты нормально себя чувствуешь, а? А? Воу-воу-воу! Ой-ой-ой-ой-ой! Не, Барби все-таки особенная. Ты посмотри на разрезанный глаз. Где? Вон она. Ты что, Барби не узнаешь? Ты ее никогда не узнаешь. Да я отсюда не вижу нифига. По глазам. Нет. Ты ее по глазам не видишь, что это отсюда? Следующая бешеная лошадь. Барбуша! Барби! Ну-ка. А это кто? Сюда они все не любят, когда их массажируют. Они все как дикие просто. Селедки. Барбуша. 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 Истеричка. Барби, скажи, пожалуйста, ты что такая бешеная? А, Барби? Ты что такая бешеная? Мисочку не надо? А там что такое? Вон там грызутся, смотри. Нет, смотри, вон, смотри, что творят. Сейчас стащу тапку. Тряпку стащу. Да не стащу. Ты зря их недооцениваешь. Ну, мы же тут. Ну да, нет, вот им вот этого не хватало, конечно, все. Главное, давно их там было. И нам этого не хватало. Я надеюсь, что мы будем спать. А что, слушай, они набегаются сейчас, накушались, набегались. В принципе, текилу мы на ночь заберем. Она не будет с ним. Днем будем оставлять, когда на работе. По жопе ей текиле. Ты что, зараза, а? Что? Давай, выгоняй ее. Это кто? Грызет. Вот. Я не понимаю, что с ними не так, а? Что с ними не так? Что они такие? Что они все такие бешеные? Так потому что тряпки, я ж тебе говорил. Что? Что? Барби, ты что-то такая смелая вообще? Да, у него характера, как это, хоть. Вроде такая миленькая, хорошенькая наличка, а на самом деле. Да, это он, сестра ее тоже, он не подарок. Не, Барбуша прям вообще. Барби, иди сюда, наша девка. Кто крош? Кто такой? Скоро домой поедет вот эта девочка, ребят. Через недельки полторы. Вот так вот, Кархан. Привет, мальчик. Привет. Хватит, пусть домой уже езжает. Я больше не выдерживаю такого ада. Красота. Это тоже красивый мальчик. Вот это? Да. Ага. Так это морщина. Это мне нравится. Ходячая морщина. И вот ходячий морщин. Ну, какой у тебя... Все, какая у тебя морда. А? Какая морда, какой пузян.
Все круглолицые такие, знаешь. Слушай, забери, пожалуйста, а он раздербанил. Аккуратней. Давай, 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 вот так. Ну им да, здесь разбегаться есть где. Они набегаются, я думаю, да спатеньки лягут. Поэтому как так. О, да. Тряпочку дай, отдайте тряпочку. Тё, а? Он Барби там ходит, пыжится. Слушайте, ну да, нам на самом деле всем интересно, блин, как мы будем спать этой ночью. Это для нас... Мы на самом деле хотели их днем еще сюда привезти, но мы ходили по магазинам, закупались едой для собак. Ты какая морда, смотри. Что крошечка? Камеры, конечно, не передает. Что крошечка? Да, обожрался. Обожрался. Так он и трясется, потому что обожрался. Эй, а ты кто? Что надо тебе? Димоты, а Димоты. А вот туда надо идти, где мягенькая, выключать свет и спать. Да? Выключать свет и спать, надо уже ложиться, хватит. Ну а что, дети, что им надо, в принципе, по факту-то это? Набегаться, покушать, сделать свои дела, доспать. Да. И, в общем-то, это постоянно. Ну, здесь действительно есть развернуться. Они уже большие. Им уже больше месяца, один день. Все, хватит. Хватит, малыша. Это что это было так? Вы что, ты сигарет? Прыгать собираешься? Вот ты бум. Ты прыгаешь? Эй, что надо? Что надо? Тебе что надо? Все, двое пошли, прилегли. Видишь, блин, нам, наверное, вот так же сделать. Как? Ну, вот видишь, как вот это. А, ты имеешь в виду им зарываться, да, чтобы да, куда-то, да? Да? Да. Угу. Надо им две кинуть. Да, да, надо побольше. Чё надо? Чё надо? Так и пошла отсюда, иди давай. Чё надобно? Ну вот кто-то уже и набегался, в общем, и спать, походу, собирать. Ты Килу зови. Надо позвать? Да, сама. Заходи. Да нет, не к детям. Она вот туда. Давай залезай, быстро. Эки, пошла. Да, залезай, прыгай. Ну! Вот так, Тыкилка. Просто им надо вот это распотрошить, чтобы они там любители вот этого были. Им вот, вот эта ровность им не нравится. Они любят, когда прям у них вот типа вот такой вот ерунды. Вот, они от этого кайфуют. Ну что ж, ребят, ладненько. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Вот такой вот у нас закончился переезд. Так что надеюсь, вам это видео понравилось. Что, есть что сказать? Всем пока. Ребят, давайте. Всем пока. До скорой встречи.